Мы слышим противоречивые заявления армянской стороны о будущем режиме Сангизурского коридора. В Ереване заявляют, что безопасность маршрута должна обеспечивать армянская сторона и отвергать всякую ссылку на трехстороннее заявление. Особенно этих заявлений стало больше после того, как было заявлено, что охрана на КПП с Ираном перейдет от российских пограничников армянским. В чем состоит позиция официальной Москвы по поводу обеспечения безопасности в Зангезурском коридоре и в чем в Москве видят будущую роль России в этом коридоре? Вы знаете, я хочу обратить внимание и еще раз напомнить, что у нас напрямую термин, о котором вы говорите, Зангезурский коридор, не используется, мы не оперируем этой терминологией. Вопрос присутствия российских пограничников на армяно-иранской и армяно-турецкой границе – это совершенно иная тема. Что же касается российской позиции по теме разблокирования коммуникации, то мы уже это комментировали, и мне кажется, что вы хорошо знаете нашу позицию, она не изменилась, она решается в соответствующих форматах. Делаем для этого все необходимое.